Памятник великому селекционеру Ивану Владимировичу Мичурину установили возле Мичуринского железнодорожного вокзала. Скульптура изображает ученого в нерабочей обстановке, как обычного горожанина. Иван Мичурин восседает на лавочке на привокзальной площади и встречает всех гостей Наукограда. В его руке яблоко, как главный символ Мичуринска. Смотрит селекционер в сторону исторического городского центра. Идея изначально была такова, что это не парадный скульптурный портрет, парадная скульптура у нас есть на центральной площади, а здесь именно камерный, в окружении живой природы, обязательно будут высажены деревья, какая-то растительность, сидит на лавочке, отдыхая и взирая на плоды своих трудов. Рядом с Иваном Мичуриным сидят бронзовые птицы. С ученым может сфотографироваться любой желающий, благо что постамент был специально для этого спроектирован.